Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю осматривать Tomb Raider 3, прототип от 5 октября 1998 года, и мы отправляемся в Антарктику. Да, но экран загрузки совсем не антарктический. Но это не важно, ладно. Так, лодка там. Щель есть? Есть щель, но я туда не полезу. Потому что игра зависнет. Стоп, а лодка уже здесь? А какого хрена? Зачем мне корабль тогда? Или я там по каким-то техническим причинам не смогу пройти? Интересно. Давай изучать, смотреть все. А где кит? Кита еще нету? Не, ну шкала заморозки есть. Это видно. Так, здесь, по-моему, немного иначе залазить. Да, что-то не то. А я достану? Достану. Такого не было, ребята. Я даже сюда... Так это же конец уровня. Вы что мне говорите это тут? Это же конец. Это что, я могу уровень так за... Завершить уже быстро. Не, ну я не хочу завершать уровень. А он даже и не завершается. О, как. Не, я хочу залезть на корабль. Мне же возможно туда залезть? Возможно. У нас цель изучение. А не скип уровней. Возьму магнум. Так, тут есть дверь. Валим охранников. Так, что у нас здесь? А, ну здесь у нас кнопка есть. А что она дает? Я забыл. Не в другую сторону. Опа, механизм по-другому сделан. Ничего себе. Это как? А что делать-то? Рычаг есть? Не вижу я рычага. Вот тут был рычаг. Будет, но сейчас его еще нету. И люка нету, да? Чтоб спрыгнуть вниз. Похоже, нету. А, зато есть блок, который можно потянуть. А что мне это дает? Не понимаю я. Куда мне его тянуть? И вот еще блок. А что здесь творится? Там еще блок, по-моему. Стоп, здесь вообще головоломка отдельная с блоками.
давай решать. Надо, короче, верхние ящики двигать. Только верхний, по-моему, он не толкается, не выдвигается. А, нет, выдвигается. Там еще за ним, еще ящик есть. С ума сойти. Так, а как быть тогда? Интересная загадка. С блоками. Можно выдвинуть вот этот, в принципе. А за ним еще? Или нет? Или вот это тоже блок? А это тоже блок, который наверху? Интересно. Ну давай тогда вот так вот создадим. Так, ну можно в бок подвинуть. Выдвинуть вот этот, как только можем. Если за ним, правда, еще один блок, тогда будет труднее. Я надеюсь, за ним нету блока еще. Вроде бы нету. Вроде бы проход какой-то. Ага, ты смотри, как тут было интересно все сделано. Вот такой вот спуск вниз. Интересное. Интересный маршрут. Это что впереди такое? Пропасть? Я что-то уже боюсь туда прыгать даже. Пропасть, ни хрена себе, а как тогда? Тут же нет потолочной лестницы. Я ж туда не допрыгну в жизни. Или допрыгну. А, допрыгиваю. Ты смотри-ка. Как оно было тут сделано хитро. И главное, как оно сложно. Это скат? Нет, не скат. Вообще другой маршрут, другой путь. Лестница. И вот я куда-то добрался. Тут кнопка. Опа. Это я чё это? Освободил себе путь. Тут еще кнопка. Открываем дверь. Еще мужик. Еще мужик прибежал. Эта дверь не открывается. Наверх можно залезть? Ну, видимо, можно. Так, ну это задняя часть корабля. Кристалл. Так, пойдем пока вниз сходим.
Ну там, где трубы. Убиваем еще одного мужика. И здесь у нас проход. Лезем вверх по лестнице. И нажимаем на кнопку. Да, вот так вот мы честно зарабатываем лодку, пройдя весь этот головоломистый путь. И выходим отсюда. Так, ну задняя часть корабля я не уверен, что нам нужна. Я имею в виду осматривать корабль еще. Вот здесь я имею в виду. Потому что тут, по-моему, никакого пути-то и нету. Но для будущего, да, здесь, по-моему, в релизе появится какая-то пещера дополнительная. Пока что ничего. И с этой стороны тоже, да? Наверное. Так, ну пойдем в лодку садиться. Туда наверх же нам не надо. А, или там нету ничего. А там нету ничего, по-моему, даже еще. Ну что, садимся в лодочку. Застряли. Как так? Ой. Ну ладно. Поплыли. Точнее, поехали. Даже звук лодки уже есть тут. Не, ну в конец уровня нам не надо. Если что-то пойдет не так, то мы там потом осмотрим. Так, а в ту пещеру я могу же залезть? Должен уметь. Должен уметь. Так, ну это я сначала сюда, по-моему, прыгал. И потом туда вперед. Вот. Потом на мост. И вот в пещеру попадал. Здесь у нас много чего есть. Лишь бы не сломалось ничего. Вот ракета, кристалл, плееры. Еще большая аптечка. Вот. Но аптечка что-то не берется. Странно. Да, аптечка не берется. Так, ну, поехали. Поехали вперед. Странный звук. Здорово. Так, ну сюда лом надо будет принести позже. Открыть также ворота. А я пойду осматривать пещеры. Надеюсь, вылета не будет только у меня тут в этом уровне.
Вот этого вообще бы не хотелось. О, ты откуда? Что-то я тебя не помню. Этого я не помню здесь охранника. Так. Ну, здесь-то все так же. Примерно. Горящие бочки. О, собака неактивная. Почему-то. Еще. Видимо, потом активируется. Так, а наверху у нас вроде кнопка была. Да. А, ну я забыл, что ее можно было потом нажать. Так, идем в дом. Наверху ничего нету. Кнопка нажатия ни к чему не привело. Так, давай сразу сюда сходим. Что-то собаки не активируются. Подозрительно. Так, ворота эти убийственные есть уже. Ну тут полно стрелков должно быть. Так, здесь компьютеры. Компьютеры и аптечка есть. Аптечка, замечательно. Так, но мне нужен ломик. Лом у нас здесь. Вот там один на улице стоит. Уже ждет. Берем лом. Crowbar. Еще кто-то придет? Не приходит. А, не, пришел. Так, возвращаемся назад. Собаки неактивны. Почему-то. Очень странно. Так, а сюда нам вообще надо идти? Не помню. Да не, по-моему, не особо. Надо возвращаться, использовать кроубор. Но можно сходить также в эту пещеру, вот тут есть, вот сюда вот, если игра не зависнет. Там тоже собака неактивная и гранаты, но по сути там ничего такого нету. Здесь в яме я ничего не вижу.
Так, ну а тут надо активировать будет. Пока что мы туда попасть не сможем, по-моему. Ну да. Пока не сможем. А, вот тут у меня игра вылетала. Давай я, наверное, сделаю так. Я даже не знаю, как сделать. Остановить запись, не останавливать. Просто боюсь, сейчас вдруг опять вылетит. Вот рядом с этим телом у меня игра вылетала. Уф, ты же не вылетишь. О, он очнулся. А чё он очнулся-то? Не отравил меня, ничего не сделал. Просто что-то покачался и все. Ну ладно. Пошли отсюда. Нам же на крышу не надо. Не помню. Опа. Странно. При попытке осмотреть крышу игра зависла. Так, сюда нам надо, но позже. Хотя я знаю, какие надо уже нажимать, крутить вентили. Но Ларта не знает об этом. Да, можно еще вернуться здесь. Ну это я круг сделал. Зря, короче говоря. Мне вот в этот дом попасть надо. Чтобы сюда попасть, это надо оббежать. Залезаем вот сюда. Наверх. Используем лом. Отпираем дверь. Опять остается деревянная доска здесь. Не к месту. И залезаем наверх. Ну там же у нас ничего нету, да? Правильно я понимаю? Просто крыша. Ну да, ничего. Вроде бы. Окей, прыгаем в дом. О, тут кровати стоят. Такого вот я не помню. Чтоб кровати стояли. Вот кнопка. Открываем. А вот, собственно, подсказка. А, сейчас зеленым отмечено, какие надо выделять. Второй и четвертый. Подсказка отличается. Так, ну пошли крутить вентили. Вылазим здесь. И лезем. Ой. Это что такое? Труба помешала. Хорошо, что я смог выйти из этого положения.
Так, ну вот второй вентиль. Это третий. Это четвертый. О, она даже замерзает в такой воде просто, окунув ноги. Ничего себе. Так, лезем теперь наверх. Дверь открылась. Да, дверь открылась. Нажимаем на кнопку. Запускаем этот механизм. Здесь вроде бы ничего нету. Выходим отсюда. Дальше куда? Дальше, дальше, дальше. Дальше, по-моему, туда. Собаки вообще не работают в этом уровне. По какой-то причине. Ой, а как мне до кнопки-то достать? Тут ящик мешает. Не понял. Она не достает. Не понял, Лара. О, хрен. Не получается. Кто сюда поставил этот ящик? Вопрос. Это закрывает эту дверку. Я не знаю, какой умник это сделал. Но вот этот ящик не дает мне дальше осмотреть ничего тут. Вернее, нажать вот эту кнопку. Не нажимается. В общем, не знаю, как туда попасть. За этот забор. Не, ну перепрыгнуть его вряд ли удастся. С чего? Отсюда она скатывается. Вот тут разве что может она стоять. Ну-ка. Погоди ты, Лара. Стой на месте. Хорошо бы еще выше забраться. Но туда она не залезает. Еще выше. Отсюда она скатывается. Ну, тут что-то вроде треугольника. Нет, не перепрыгивает. А еще раз попробуем. Бесполезно, да? Давай с другой стороны. Да нифига она не хочет перепрыгивать. Неа. А кнопку зажали. Ладно,
Пойдем тогда назад. Что делать? Такая вот непроходимость. Ну там, в принципе, осматривать-то не так уж и много оставалось. По сути. Больше порадовала меня новая головоломка в этом уровне. С ящиками. Ну как головоломка? Вообще другой путь. По сути. Уникальный. Может, туда и не надо? Я вот подумал, может, в этой версии ворота так можно открыть? Так, ну используем кроубор. Сейчас посмотрим. Ну да, там, по-моему, надо ключ. Который я не... О, тут еще чайник. Нет, ключа у меня нету. Одна кнопка погоды не сделала. Ну ладно. У него же нет ключа. У охранника нету. Ладно, у нас там был способ к концу уровня добраться. Видимо, разработчики на этот случай оставили это. Погоди, а может можно через ворота проехать? Давай попробуем. Нет, не проезжаем. Жалко. Погоди, там проплыть можно. Но так мы погибнем. Хотя на аптечках можно выжить. Да, на аптечках же можно выжить. Если они у меня бесконечные. Давай попробуем чисто посмотреть, что там такое. Можно зачем-то выбраться сюда или нельзя? Не, сюда не получится. А сюда? Сюда тоже. Не получается. Хорошо, что в этой версии сделали бесконечные аптечки. Это реально удобно осматривать. Непроходимые места. А, ну вот, я уже доплыл до конца, видимо. Это сколько аптечек мне надо иметь, чтобы сюда попасть без этой штуки?
Ну вот тот же самый конец уровня. По сути-то. Вот та шахта. Я ж туда не могу слезть. Можно, конечно, попробовать. Но не, я погибаю сразу. Так, ну уровень почему-то не заканчивается. Кстати, а до этого не было этого мужика здесь. Опа, это что значит? Не понял. Ну-ка еще раз. Опять. Ну ладно, я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами... Ой, это что такое? ZTI-9. Что за баги такие? Вау. Ладно, я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И услышимся в следующей серии. Пока-пока.